У нас тут спит кабачок. У него щечки и пустышечка из сыра, а волосы из укропа. Казя забрал пустышечку у него. Казя, тебе не стыдно? Отобрал у малыша сосочку. Малыш плакать будет, сейчас проснется. Будет думать, где моя пустышечка? Казя, не стыдно? Сава, иди смотри. Как обычно, ходишь, все пропустишь. Кабачок такой маленький. Кабачок малыш, что вы его качаете, да? Люли-люли. Люли-люли. Что ты, Казя, совсем уже пустышечку всю забрал, да? А Сава вот умный, укропчик кушает. Полезненько для животика. Укропчик. Будет хорошо все перевариваться у Савочки. Животик не будет болеть и пучить, да? Сава решил щечку съесть. Ай-яй-яй, крысы съели ребенка. Ужас какой. Такой у нас ребеночек-кабачок. Сава вторую щечку. Ням-ням-ням. Ребенок спит, не просыпается. Ему и без сосочки, и без щечек хорошо. Самого ребенка будете есть? Хочешь его распеленать, да? Посмотреть, как он там выглядит внутри. Сыр крысам не желательно, но так чуть-чуть маленький кусочек в виде пустышечки достался Казику. А Саве в виде щечек достался сыр. Ну что вы, поваляли? Хоть покачайте теперь, пускай спит малыш. Что, ты его целуешь теперь, Казимирушка? Чтоб он не расстраивался, да? Спи, малыш, правильно, спи. Казя, что ты вытворяешь? Что, ты в пеленочке, в одеяльце дырочку теперь хочешь сделать? Эй, не надо. Пускай будет целая одеялка у малыша. Куда ты этого малыша понесешь, Казя? Сава ест укропчик. Казенька, что ты делаешь? Так, Казя откусил от малыша кусочек. От малыша кусочек откусил Казя. Решила кабачок попробовать. Так-то они кабачок не любят. Что Сава рвет? Что ты, Савочка, рвешь? Что это ты такое делаешь? Так что у нас бывает под конец видео интереснее, чем в начале. Сава что-то роет землю. Диван роет. Вот такой у нас ребенок обнаружился. Так, теперь Сава нашел кабачок, который Казимир откусил.
что в таком виде вы будете сырой кабачок есть, да? Ну, хорошо, ешьте. Хоть так будете есть, да? Я буду знать. Чтобы вам кабачок дать, буду его запеленывать. Запеленаю. И пускай Савушка и Казимирушка едят. Вот так. Вот так. Вот так. Вкусный кабачок, да? А ты что тут роешь? Что ты тут вытворяешь, Казя? Сава, так я не поняла, ты есть будешь или ты только портить будешь?